Всем привет! Я сегодня решила показать канцелярские товары, которые мы купили детям к школе. Мы не покупали их прямо сейчас перед школой. Мы покупали их в течение всего лета. Периодически, понемногу. Так, что у нас, с чего начать? Ну, в принципе, тут у нас разделено как бы на три кучки, на четыре. Три первоклассника и Лера, старшеклассница. Мишиных канцтоваров тут нет, ему особо-то не надо. Главное, чтобы сам присутствовал, он у нас в педколледже учится. Так, я, наверное, просто покажу, что какие требования у нас есть в школе к канцелярским товарам и что мы более-менее интересное купили. Так, у нас попросили, чтобы у детей в первом классе были папочки заведены. Папочка для тетрадей, папочка для рисования и папочка для трудов. Поэтому у девочек по три папки, и у Егора тоже три папки. Только у него расцветочки такие мальчуковые, а у девочек для девочек. Так, ну вот, мы еще не определили, что под чем будет. Сейчас посмотрим повнимательнее, какая папка подо что подойдет. Так, значит, потом что? Ну, как стандартные наборы. Бумага там цветная, картон цветной, акварельные краски, простые карандаши. Мы взяли вот такие наши, русский карандаш. Ну, качество у них так себе. Ну, не было тех, что мне нравится. Так, потом альбомы. Тетради, конструкторы им, наверное, потребуются. Также у нас их три штуки имеется. Я просто не, они тяжелые, я не стала их сюда доставать. На уроке рисования салфеточки. Мы пока взяли вот эти три штуки, чтобы они были. Потому что вдруг у них рисование, например, во вторник сразу будет. Так, потом что? Пластилин. Ну, наверное, все, что и в других школах. Наша школа как бы не это. Ничего такого лишнего не требует. Так, кисточки вот мы тут им уже собрали разного номера. Тоже я их разделю. У Снежаны вот такая вот. Вот такие мордахи на пенале. Пеналы я им взяла двухъярусные всем. И Егору, и Снеже, и Василиске. Так, потом что? Вот такая папочка. Ой, сейчас вот как раз он и падает тут. Тоже с котенком и сердечком. А еще папочка вот такая, там фламинго красивая. Она даже с ручками. Так, и вот такие единорожки. Сейчас достану, чтобы удобнее было. Вот такие единорожки. Тоже определим, посмотрим, что удобнее будет для трудов, а что удобнее для рисования. Вот такая вот папочка. Так, у Василисы только пенал еще другой. С лошадкой такой, коса у нее красивая. Так, эта папочка с котеночком такая же. Фламинго, единорожки, все то же самое. И та тоже с господи, забыла, как животное это называется. Енот. Енот с енотиком. Кстати, им этот енот в зоопарке очень понравился. Он там еду свою мыл в тарелочке. Они от него очень долго не отходили. Все смотрели, как он морковку получит, прежде чем скушать ее. Так, ну вот все, краткий обзор. То есть, все то же самое, только больше немного, чем обычно. Потому что это все сразу. В течение года, конечно, будут еще подкупаться и карандаши, потому что они ломаются, теряются, ручки, ластики грызутся, линейки ломаются, грызутся. В общем, все это мы уже проходили, мы все это знаем, поэтому плавали, знаем. Так, ну вот, такой коротенький обзорчик. Спасибо всем за внимание. Всем всего хорошего.